Всем привет! В эфире аудиосомелье Евгений. Сегодня мы продегустируем еще одну модель от бренда Zigat. Называется она Nuo. На этот раз это классическая динамо, в основе которой 10-мм LCP-драйвер. Импеданс модели 32 Ом, чувствительность 117 дБ. С вашего позволения, я не буду подробно останавливаться на комплекте, так как он очень скромный и практически идентичен комплекту модели Цинна, на которой я делал прошлый обзор. Все такая же маленькая коробка, три пары хороших амбушюр и провод. Провод, кстати, попроще, чем у гибридов, но никаких нареканий он у меня не вызвал. По эргономике Nuo заслуживают самых теплых слов. Очень удачные корпуса. Идеально заскакивают в уши и там практически теряются. Ничего не выпирает и не врезается. За последнее время это одни из самых удобных по посадке наушников. Лайк. Сами шеллы выполнены из пластика, кроме фейсплейтов. Они выполнены в металле, что, кстати, придает им премиальности и в целом делает впечатление от наушников более позитивным. Никаких щелчков диафрагмы и вакуума не обнаружено. Тоже молодцы, постарались. Пришло время поговорить о звуке. Но сначала несколько важных моментов. Вообще, я не любитель прогревать наушники и заниматься прочими сакральными обрядами. Но тут это прям необходимость. Из коробки динамик явно не готов с нами подружиться и показать все свои сильные стороны. Выражается это в том, что высокие частоты очень неаккуратные, с песком и прочими примесями. Кстати, с похожим эффектом я столкнулся на модели TRN MT4 Pro. После того, как я проходил с Nuo несколько дней, динамик все-таки соизволил прийти в рабочее состояние, и ВЧ уже не воспринимались такими посредственными. Второй особенностью является то, что наушники любят громкость. С повышением громкости тональный баланс становится более органичным. Оттого я бы не стал рекомендовать эти наушники для тех любителей аудио, кто слушает музыку на маленькой громкости. График перед вашими глазами. Наушники – классический представитель V-образного звучания. Мейнстрим, масс-тюнинг, повседневные компаньоны в дороге. Это, пожалуй, основные эпитеты, которые приходят в голову после прослушивания. Давайте же отделим зерна от плевел и назовем сильные и слабые стороны тональной составляющей. Что ж, к сильной стороне я определенно назову ненавязчивое звучание. ВСЧ не досаждают. Бас не забивает все остальные диапазоны. ВЧ не изобилуют сибилянты. Для своей цены хороший показатель, на мой взгляд. Теперь о минусах. Есть небольшой перебор по басу. В некоторых треках обращаешь на него внимание слишком много. Бас является и основной причиной провала на середине. Этот спуск действительно ощущается, особенно после более ровных моделей. Теперь опишу наши канонические диапазоны. Бас. Массивный. Малость вальяжный, есть смягчение. Он как будто постоянно опаздывает, но в последний момент все-таки успевает, за что ему, конечно, спасибо. Но осадочек остается. Вообще бас хорошо подойдет для бас-ориентированных жанров, ибо глубокие слои тут в наличии, да и мид-бас не забыт. Середина слабенькая, тонкоголосая, есть отчетливое ощущение спуска на нижних средних. Это немного корректируется поднятием громкости, но проблема остается. Верхние и средние частоты без нареканий, тут все по ГОСТу, даже не буду придираться. Не кричат, на своем месте, в общем хорошо. Высокие частоты. В целом без криминала, информативные, сильно не выпячиваются, но на некоторых треках все-таки проскакивает металлическое подлязгивание. Натуральность в таких случаях сильно страдает. Ну и теперь поговорим о выводах. Для первых динам компании очень неплохой результат. Наушники больше подойдут под бас-ориентированный жанр. В остальном будет немного мешать опущенная середина и небольшая доминанта баса. Также высокие частоты могут огорчить лязгом на некоторых треках. В остальном наушники идеально вписываются в формат «послушать на ходу», так как имеют просто образцовую эргономику и не имеют критических проблем со звуком. На этом позвольте откланяться и до встречи в новых обзорах!